Когда Рим еще спит, а на улицах никого, все равно есть места, в которых жизнь начинает бурлить с самого утра. Это, конечно же, рынки. Местные жители делают покупки, чтобы на выходные приготовить что-то вкусненькое для семейного обеда и ужина. Дорогие друзья, давно я не показывала вам римские рынки. А сегодня, благодаря тому, что начинаю работать чуть позже обычного, я забежала на рынок, который находится в самом сердце Рима, между Римским форумом и устами истины. Этот рынок открыт только по субботам и воскресеньям. Он собирает множество местных фермеров, которые предлагают здесь свою продукцию в дружеской семейной обстановке. Все продаваемые продукты выращиваются местными производителями региона Лацио. На этом рынке всегда можно найти свежие овощи, фрукты, сыр, молочные продукты, рыбу, хлебобулочные изделия, крупы, бобовые, свежее мясо, колбасные изделия. Здесь можно найти все и на любой вкус. Да что я вам рассказываю? Вы и так видите, как много всего вкусного и свежего на прилавках этого рынка. Ну что, хозяюшки, выбирайте, что бы вы купили. Наполняйте свою продуктовую корзину итальянскими продуктами. Вы часто мне пишете в комментариях, что я снимаю видео так, как будто вы и правда гуляете по Риму. Так вот сейчас, дорогие мои хозяюшки, у вас есть возможность пройти по фермерскому рынку Рима. Рыба и морепродукты. Свежайший хлеб. А если у вас нет времени для нарезки овощей, за вас их нарежут на рынке. Рынок работает в субботу и воскресенье с 8 утра до 15. Я советую посетить вам этот рынок где-то приблизительно с 9 до 10. В это время фермеры уже подготавливают свои прилавки, в мясных лавках делают нарезку салями и колбасок. Все это можно продегустировать и попробовать. Если же вы придете ближе к закрытию, то, скорее всего, продегустировать продукты уже не получится. Нарезка может закончиться, и перед закрытием фермеры нарезать ее больше не будут.
Так что самое лучшее время посещать этот рынок – это утренние часы. Вы продегустируете продукты и посмотрите, что покупают местные жители. Ну а если же вы придете к 12 часам, то во внутреннем дворике рынка вы можете перекусить. Там на гриле будут готовить мясо и рыбу. Ассортимент колбасок большой. Есть салями с укропом, острая салями, печеночная колбаска, колбаска с трюфелем и много всяких разных видов. А чтобы понять, что вам нравится, их обязательно надо попробовать. Ведь как удобно, попробовал, понравилось и купил. Только так и никак иначе, тем и хороши римские рынки, что можно сначала попробовать, а потом купить. Здесь тоже продают хлебобулочные изделия и много-много вкусной пиццы. Знаменитая поркетта. Эх, жаль, что через экран вы не чувствуете аромат розмарина и чеснока. Отдел для любителей грибов, и здесь же, как видите, есть и трюфеля. Вроде бы мелочь, а как красиво курочка-корзинка смотрится на витрине.
Не всем нравится вино, а здесь посмотрите, какой ассортимент пива. В отделах, где продают оливковое масло, даже масло можно попробовать с кусочком хлеба. Моцарелла буффало сделана из молока черной буйволицы. Это самая вкусная моцарелла. Если не пробовали, обязательно попробуйте. И не только продуктами славится этот рынок. Вы посмотрите, какая великолепная лавка с цветами. А запах здесь стоит. Его я точно не передам словами. Здесь и цветы, и всевозможные приправы. Пока я это все рассматривала, даже счет времени потеряла. А вот как раз тот дворик, в котором ближе к обеду будут готовить на гриле мясо и рыбу.
Если ваш приезд в Рим совпадет с выходными днями, помните про этот рынок и обязательно приходите сюда. Сальве. В этом отделе можно попробовать всевозможные овощные закуски. У меня есть один маршрут, который проходит рядом с этим рынком. В следующий раз, когда гости города будут заказывать этот маршрут в субботу или воскресенье, я обязательно буду приводить их сюда на дегустацию. Может быть, с кем-то и из вас зайдем сюда. Я уже обошла вокруг рынка, и здесь такой запах костра. Даже несмотря на раннее утро, уже скоро начнут готовить мясо и рыбу на гриле. Ну а я, дорогие мои, побежала дальше. У меня осталось совсем немного времени до встречи с гостями Вечного Города. Я пунктуальный человек, не люблю опаздывать. Вот такое спонтанное и небольшое видео у меня сегодня получилось. А я на этом прощаюсь с вами и до новых видео, друзья.